Бернард пишет: «Эстер, у меня есть семья и дом. Я веду, я сроду не был никем ведом. По утрам я гуляю с Джесс, по ночам я пью ром со льдом, но когда я вижу тебя, я даже дышу с трудом». Бернард пишет: «Эстер, у меня возле дома пруд. Дети ходят туда купаться, но чаще врут, что купаться. Я видел все: Сингапур, Бейрут, от исландских фьордов до сомалийских руд. Но умру, если у меня тебя отберут». Бернард пишет: «Доход, финансы и аудит. Джип с водителем из колонок поет «Эдит». Скидка 30% в любимом баре, но наливают всегда в кредит. А ты смотришь, и словно Бог мне в глаза глядит». Бернард пишет: «Мне 48, как, впрочем, светским плешивым юлам. Я вспоминаю, кто я по визе, паспорту и правам. Ядерный могильник, водой затопленный котлован, подчиненных, как кегли, считаю по головам. Но вот если слова — это тоже деньги, то ты мне не по словам. Моя девочка, ты красивая, как банши. Ты пришла мне сказать: умрешь, но пока дыши. Только не пиши мне, Эстер, пожалуйста, напиши. Никакой ведь души не хватит».